Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это предварительная загрузка Мир М. Мир М стартанет завтра по Азии, это будет 12 часов дня, я так понимаю. Значит, он стартанет в 7 часов утра. Ссылку на официальный сайт я оставлю в описании под видео. Если вы хотите скачать игру, качайте именно сейчас, потому что она очень много весит. Свои мысли об игре пиши в комментариях под видео, что ты думаешь и не ошибся ли я со стартом игры, мне очень важно, потому что я могу ошибиться, я же Розе. Если это будет в 7 часов утра, то у меня как бы по графику отключения света как раз это в серединке, то я только стартану через 2 часа. С момента окончания ЗПТ прошло около месяца. И сейчас на дворе 2023 год. После всех ожиданий мы наконец-то можем вернуться к вам с обновленной версией Мир М. Повышая уровень ее прохождения за счет участия, поощрения и советы, которые дали все дракодианцы. Переводим. Повышая уровень ее... Типа, улучшая игру и поощрение, типа, лайк поставили игре люди и советов дали. Ну и то бишь, игра стартанет 12 часов по Азии 31 января. Ладно, с вами был Розе, всем до новых встреч. Кто будет играть, пиши комменты. Кто не будет играть, тоже пиши комменты. Пишите комменты, делитесь своими эмоциями. Мне это очень важно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч.